ровно 6 лет назад, в эти самые декабрьские дни, в городе Кирове открылся центр развития «Источник успеха», предполагающий использование эксклюзивных программ, направленных на самосовершенствование людей. Событие это, конечно же, знаменательно уже само по себе, поскольку совершенно определенно способствует обогащению нашего общества людьми энергичными, умными, осведомленными в вопросах повышения личностной эффективности и, в конце концов, улучшающие это общество, а значит и качество жизни каждого из нас, его членов. В истории человечества, пожалуй, нет ни одного дня, когда бы люди не искали простой, удобный способ достижения высоких жизненных результатов. Вопрос, как сделать свою жизнь лучше, волновал людей всегда. Кто хоть раз не спрашивал себя, где и как находить друзей, как стать счастливым, каково мое предназначение и почему мне не всегда удается достигать желаемого? Получить ответы на эти вопросы и обрести новые знания и навыки, способствующие достижению экстраординарных результатов в нашей жизни, призвана программа личностной эффективности. Я сама 7 лет назад в городе Кирове прошла тренинг личностного роста. До этого я интересовалась, мне было интересно, что такое фэншуй, ну и многие такие темы. Психология интересная. Я прошла сама тренинг личностного роста, при этом у меня все было в достатке. Бизнес, семья. И когда я прошла, я поняла, что это действительно тренинги личностного роста, за ними будущее. Это то, что необходимо каждому человеку, плюсом к тем знаниям, которые нам дает школа и институты. Цели и задачи центра и тренеров, конечно, это показать все возможности человека, которые у него есть, открыть потенциал, то есть скрыть причины, которые, допустим, мешают человеку достигать каких-то целей, и показать его возможности достижения целей. Цели могут быть разные у каждого человека, как и у меня, как и у вас, как у каждого жителя нашего города. Цель – это отношения, это создание любящих доверительных отношений, это отношения с детьми, это отношения с родителями, это открытие собственного бизнеса, это подъем по карьерной лестнице. Тренинг – это всего лишь навсего инструмент. Получая этот инструмент, человек сам праве управлять своей жизнью. И девиз нашего центра – «Я автор своей жизни». Если что-то происходит в бизнесе, каким мне необходимо быть, что при этом делать, чтобы иметь тот результат в бизнесе, который мне важен? Если что-то происходит у меня в отношениях, какое мне необходимо быть, что при этом делать, чтобы иметь те отношения со своим мужем? То есть те отношения, которые были, к примеру, на старте, когда было 100%, скажем, а сегодня, может быть, подошло к тому, что у меня 50%. И не бежать, разводиться, как большинство, многие принимают решение, что мы не сошлись характерами, а работа над собой в первую очередь. Контекст тренинга – быть, делать, иметь. Хочешь иметь результат – начни с того, что не как нас учили, всегда поставлено «делать, делать и делать», а контекст в первую очередь – какой мне необходимо быть, чтобы иметь желаемый результат, но, конечно же, при этом и делать. Вновь посвящаемые, стоящие на пороге грядущих открытий, качественных изменений внутри себя, конечно же, не без некоторого волнения переступают порог аудитории центра, чтобы трепетно припасть к источнику успеха. Хотя каждый из них делает это осознанно, преследуя совершенно определенные цели, будущий человеком со сформировавшейся личностью. Я слышала много интересного. Есть люди, которые выпустились уже из этого центра, и достаточно положительные отзывы, изменения в личной жизни, в профессиональной жизни. Нам тоже захотелось пройти здесь курс, и поэтому мы здесь. Есть яркие примеры, люди, которые учатся лидерству, проходят школу жизни, порекомендовали просто этот источник успеха как яркую школу для достижения каких-то своих целей. Мы решили попробовать себя в этом.
Ну, самое главное – это научиться выстраивать отношения с людьми, в первую очередь с любимыми людьми, с родителями, с близкими, друзьями, ну и вообще выстраивание отношений с окружающим миром. То есть нам пригодится это в любой сфере, как, опять же, с родными и близкими, так и в профессиональной сфере. Это еще одна из целей, то есть повысить свой доход, ну и быть успешным в жизни. Базовый есть у нас тренинг, который состоит из трех ступеней. Первая ступень – это 3 дня и 2 вечера. Это как раз работа над собой, работа над своим бытием, открытие своих возможностей, открытие своего потенциала. Человек открывает в себе те качества, которые в каждом из нас есть: уверенность, ответственность, целеустремленность, любовь, принятие, доверие. Вторая ступень базового тренинга – это продвинутый курс, который состоит из 5 дней и 2 вечера. Это уже те качества, которые человек в себе открыл, увидел, что в нем есть, на безопасной территории потренироваться. Как это так? Брать на себя обязательства. Как это так? Рисковать. Как это так быть целеустремленным? Ну и лидерская программа – это 3-й этап, то есть человек живет в социуме. Здесь в центре, конечно, зал, безопасная территория, команда и тренер, который направляет, который показывает. Но жизнь происходит в социуме, и там не всегда все получается. Так вот, 3-я ступень лидерская программа – это 3 месяца, которая состоит из уикендов, состоит веревочный курс. Продвинутый курс лидерства – это как держать фокус на цель, как планировать свое рабочее время. Это 3 месяца практика того, что ты получил в основном курсе, попрактиковал 5 дней в продвинутом курсе, и это уже практика в твоей реальной жизни. Это точно так же, как ты в спортзал сходил, получил упражнения, потренировался, в жизни используешь, имеешь результат. То у нас работают, ну, я смело могу сказать, что самые лучшие тренера в городе Кирове. Все наши тренинги, которые предлагает Источник Успеха, да, они на таком выдающемся, уникальном методе, идеал-метод Тойча. Вот, и достаточно нужно время, чтобы о нем рассказать. Поэтому, если вот коротко так говорить, да, идеал-метод Тойча, который был создан еще в прошлом веке уникальными людьми Джоэл Мари Тойч и чемпион Курт Тойч. После прохождения курса у меня вообще в жизни был взлет. Во всех сферах моей жизни, это и в отношениях к семье, и с моими близкими, и с моей мамой, с моей сестрой, с моими друзьями. В бизнесе у меня был очень высокий подъем. Отношения с мужем были, ну, наверное, на грани развода. Сейчас я просто действительно очень счастлива. То есть я на какие-то вопросы ответила для себя, и взаимоотношения сейчас такой бурный взлет, то есть как это, конфетно-букетный. Ну, просто полностью стали понимать друг друга, все говорить честно. Чаще всего мы сами себя загоняем в угол, не договаривая, интерпретируя какие-то моменты. 29 декабря 6 лет, как был создан Источник Успеха, и я отдаю должное директору центра Ольге Аркадьевне, потому что ее энтузиазм, забота и любовь к каждому человеку, она, конечно, очень способствует тому, чтобы этот процесс был, ну, действительно вот такой очень красивый, достойный. Ну и, конечно, офисные работники, да, которые всегда содействуют и всегда заинтересованы в том, чтобы наилучшим образом все состоялось. Поэтому мы являемся вот такой очень мощной командой, которая осуществляет такой прекрасный процесс. И я желаю Источнику Успеха большего процветания. Я желаю больше жизни, больше энтузиазма на этом поприще. Я очень действительно горда, что мы сотрудничаем вместе. Ну и пожелать им здоровья, радости и, конечно же, благополучия во всех аспектах жизни. Я хочу поздравить всех выпускников, кто прошел даже хотя бы основной курс. Я каждого помню по имени. Я всех поздравляю с 6-летием Источника Успеха. Я всех поздравляю с тем, что впустили в свою жизнь личностный рост, позволили себе это. Желаю, конечно же, любви, ставить цели, достигать цели и получать удовольствие от каждого результата, наслаждаться каждым моментом своей жизни. Процветания, изобилия и счастья.